Арбуз. Если проходит влюбленность, то что? Что дальше? Затем остается лакуна, уместилище, впадина. Половина большого арбуза, из которого вырезана вся серединка. Серо-зеленая полосатая шкурка – это наружная впадина, которая внутри. Сладкая и сочная мякоть изъята и съедена. Остается только воспоминание о ее наслаждении ее вкусом, цветом и запахом. Семена, как неиспользованные возможности будущих событий и новой жизни, как нереализованные возможности иного, как ненаросшие куски мякоти на теле моей судьбы безжалостно выброшены. Несостоявшиеся инициации, не ставшие на свои места кусочки мозаики моей самости, моей индивидуальности, взыскуя, зияют незаполненными пространствами. Посажу ползучую травку, пусть затянет, заполнит или хотя бы замаскирует.